В правительстве области сегодня подвели итоги года по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. Ответ перед главой региона держали главы районов и представители городской власти. Губернатор отметил неплохую динамику. В этом году цифра превысила 2000 человек. На ближайшие два года планку в правительстве области решили не снижать. Мы планируем и должны это выполнить. Мы должны расселить свыше 27 тысяч квадратных метров жилых помещений, которые расположены в 99 аварийных многоквартирных домах. В списке очередников на переселение уходящего года еще значится 280 орловчан. Губернатор поручил руководству Орла взять вопрос под личный контроль и ускорить работу. Что касается районов, то работу завершили только два из них – Орловский и Урицкий. Там удалось расселить 23 непригодных для проживания дома.